Прошло 10 лет, а гоп постарел. Да тут дел, уменьшал болгаркой. Тихо, подожди, тихо. Тихо. Подожди. Тихо, тихо. О, дура. Нельзя так делать, ну. О, дура, дурочка, блин. Нельзя так делать. Да нельзя лапы ложить. Подожди, надо убрать это все. Блин. Тихо, нельзя туда. Нельзя. Нельзя. Мусор. Сюда. Молодцы, молодцы. Да. И на двор уже убрали. Нельзя, тихо. Тихо, да нельзя. Да. Смотрите, не подеритесь, дурачи. Так, Багирка, давайте сюда. Идите сюда, Багира! Муса. Кто там звонит, а? Что там опять? Тихо, 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 тихо говорю. Нет. Тише. Что такое? Дурак. Нельзя, Яврик. А Яврик, уйди отсюда. А Яврик. Луна, Луна, иди. Луна, иди. Луна, иди. Луна. Так, а вас нельзя. Нет, говорю. Все, ладно. Что, не хромаешь, все хорошо? Молодец. Все, я рад очень. Так, сейчас эта банда пусть бегает. Бедная дворняжка, и никто не хочет забрать. Почему? А еще от меня что-то хотят люди, а? А то, что я подкармливаю, это не значит, что я обязан чем-то. Я делаю то, что могу. Я обслюнявил тебя. Тихо, идите. Делал ролик про Халка, ребят. Без слез не получилось, честно вам говорю. Уже просто часа два прошло. Даже Рома прораб говорит. Ты что, плакал? Я говорю, ты не поймешь, говорю. По собаке. Идите, мой хороший. Ребята, все-таки я понимаю, что потихоньку я набираюсь опыта, более становлюсь ответственным. Смотрю, как я раньше держал собак, да? И то я старался, но все-таки сейчас уже уровень растет, я вижу. Дай бог, чтобы так и было, чтобы я не ошибался и ценой моих собак это все. Ребят, в общем, собираюсь до Степы поехать дня через два. 5-6 числа я был у него, когда снимал первый контент.
с ним. Вот тогда я хочу и поехать, как раз это день выставок будет, а я поеду до Степки. Да. Как думаете, кого взять? Мусу по-любому возьму, чтобы снова встретиться с Локи. И думаю, хотел Багиру, но Степа говорит, бери лучше Кими, чтобы они с, как его... Ай, Кэти, Кэти, чтоб с Кэти нормально поиграли, ну не задрались. Поеду, расслаблюсь, отдохну, ребят, честно, надо. Понимаю, что надо. Мои травоядные питбульчики. Ребят, поэтому я критику воспринимаю нормально, пишите, говорите. Про спайка лекарства, ребят, целый день с утра заливали, честно, лично там ходил, делал, подделывал, ну контроль нужен в любом случае. Спасибо Ромке, пацанам, что все-таки исправили все свои недочеты, все сделали как положено, классно, долили, все сделали. Все, и поэтому сегодня, ну никак не смог, я даже на почту должен был, мне подписчица с Майами отправила кое-что, потом покажу. В смысле, я еще даже не смог сегодня поехать. Уже, видите, солнце село, и только вот все уехали. Завтра обязательно даю вам слово, пойду спайку, куплю лекарства, найду. Вплоть до того, даже если в Краснодар надо будет поехать за этим лекарством, я вам обещаю, ребят. И спасибо вам, что пишете. На самом деле, благодаря вам много чего изменилось в лучшую сторону. А я врит потушил сразу весь конфликт. Алюмка меня любит. Алюмка меня любит. Реально, она меня любит. Я вижу, она прям мне доверяет уже. Я же ее спас, это вот когда она застряла. Я потом отпустила, она подошла ко мне такая. Ну, с такой любовью это заметно было. Вот такие у нас красавчики, ребят. Семья наша. Самая-самая лучшая. Все, ребят. Вот Спайки, Киара прошли многое. Со мной многое прошли. Мои ошибки молодости, и когда тут ничего еще не было, никаких условий. Так что, ребятки, вы уже родились как за пазухой. Все уже, опыт есть. Только не деритесь, прошу вас. В Киме вот так прыгает, он начинает драться, кидаться. Реально, я вот если не крикну, он в драку идет. Колобок, все, тише, малыш, все. Ладно, ребятки, пройду я. А то времени нет вообще на ролики снимать. Там времени вообще мало, но мне YouTube важно, потому что стройка, я для собак своих строю, хочу, чтобы у них было все хорошо. И, соответственно, у меня тоже будет тогда все хорошо. Да, мой красавчик, давай. Я довольный. Ай, красавчики. Ну что, скоро фотик куплю, чтобы без става четко снимать. И буду больше вас радовать качественными роликами. Просидели целый день, вот я их только отпустил. Там у нас переделка просто по забору была. В общем, все, что не делается, все к лучшему. Не хочу никого обижать, поэтому все нормально, все исправлено, все сделано, все на совесть. Так что все у нас хорошо. Двигаемся дальше. Все, малыши, играйтесь, только не деритесь. А я пошел. Ну, Колобок, аккуратненько. Молодцы. Щеночек мой, ты вырос, да, мой щеночек? Ты такой был забавный щеночек.
Главное, что спать не чешется, уже не задыхается после укольчика. Ну, сейчас мы ему все таблетки. Ничего, ребят, страшного нет, но ждать никто не будет. Все, завтрашнего дня идем, все делаем. Ну вот, слегка одышка иногда бывает. Но... Все, все, Колобан, скажи всем пока. Всем пока, 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 пока. Молодцы. Все, все, Колобочек, все, все, все. Спайк, успокойся. Спайк, успокойся. Друзья, Яврику говорю, иди, Валер, смотрите, что делает. Так, тихо, успокойтесь. Багира, Багира, уйди, Багира, уйди. А Яврик, иди сюда. Иди, Валер. Иди, Валер. Ну, а Яврик не хочет. Хочу его быстро, чтоб мусу отпустить. А Яврик. Так, Багира, уйдите. А Яврик, иди, Валер. А Яврик, иди, Валер. Давай, иди, Валер. Ну, Валер, иди потом поздравим. Не хочет идти, когда уговаривают. А Яврик, пожалуйста, давай иди. Иди, Валер. А Яврик, давай, малыш, иди. Иди, Валер. Нет, ну, пожалуйста, иди, Валер. Колобок, нет. Колобок, Валер. А Яврик. А Яврик. А Яврик, иди, Валер. Давай, 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 малыш, давай. Молодец, молодец. Молодец, молодец. Молодцы, молодцы. Сейчас, подожди, я муску отпустим, а то... А Яврик нельзя, малыш. А то я его не в этом Валере закрыл, неудобно. Да, да, малыш. Это и моя радость. Нельзя. Потерпи чуть-чуть сейчас. Он не любит маленьких пространств, он нервничает. Я, благо я рядом с ним, а так бы уже бы порвал, блядь. Так. Тише. Нет, потерпи. Молодец. Моя радость. Кимми, не заводись. Так, малышей покормил. Спай, кушает свой гипераллергенный корм. Сейчас, в общем, по очереди. Сейчас. А Яврика вообще здесь, видите, он сразу вот порвал мне здесь. Отломал. Ага, виляй хвостом. Зато колобок. Нет, я говорю, посиди, да, подожди, малыш, пожалуйста, подожди, давай, подожди, 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 все, сейчас. Еще так зажал лапу. Малыш, все хорошо. Да отпусти, смотрите, держу. Да, моя радость. Молодец. Пусть муска побегает, и я быстренько. Молодец, молодец. Он устойчивый делает. Болячка, а Кимми сделал, а? Молодец. Вот так, малыш. Молодец. Делай мои слёдки. Так, тихо, не мешайте. Друзья, я читаю комментарии. Мне на душе нехорошо. Халка вспоминаю. Киара подошла и мычит, мычит прям. Да, мои сладкие, мои хорошие, все, 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 да, вы мои, все хорошие. Да. Все, 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 пожалуйста, все, хватит, все, тише. Яврик, ну потише вот. Все, все, все.